Раннее утро. К местной детской площадке подтягиваются жители деревни Зайцево. Общий сбор объявила староста. В гости приехали муниципальные спасатели. Так, всем еще раз доброе утро. Зовут меня Александр Геннадьевич, можете не запоминать. Замдиректора Центра гражданской защиты. Центр гражданской защиты, у нас такое учреждение есть хорошее, в которое входят спасатели и служба 112. Кто такие спасатели? Чем занимаются? На каком оборудовании работают? Заместитель начальника Александр Алешечкин мог бы зачитать свои должностные инструкции скучным голосом, но он приковывает внимание ребят. Его выступление похоже на хороший эстрадный номер. Я вот сколько вот уже тружусь в этой области, я не понимаю, зачем люди, когда идут в лес, одевают на себя камуфляж. Они боятся, что грибы их увидят и убегут? Вас же не видно. Не только просвещать, но и заинтересовывать. Продуманный ход со стороны спасателя. Его задача, чтобы в памяти у детей осталось больше полезной информации. Если начинать просто рассказывать по методичке или по учебнику, с учетом возраста непосредственно публики, которая присутствует, они, естественно, начнут скучать, это становится уже неинтересно. Там очень много слов, которые значение непонятно. А донести это с каким-либо шутливым акцентом, с каким-либо юмором, все, наоборот, веселятся, понимают, они заинтересовываются. И, естественно, какую часть информации они, безусловно, в себя впитывают. В деревне Зайцево живут 628 человек, из них 124 ребенка. Сейчас, конечно, многие разъехались на летний отдых, но человек 30 на встречу пришло. По местным меркам – большое событие. Тут оно более выражено, ярко, запоминающееся. То есть это не так, как на уроке, где ты просто можешь уснуть и проснуться под конец как-нибудь, и все. У муниципальных спасателей нет обязанности выезжать с лекциями, но они идут навстречу, если к ним обращаются директора школ или детских садов. В этот раз к ним впервые обратилась староста деревни. Достаточно часто у нас раньше были и пожары. Вот поле, которое находится за нами, оно очень часто возгорается. Вот этот вот лес, там просека, почему-то там высокая трава. И в сезон, когда весна, это все возгорается. Да, конечно, потребности в этом мероприятии были для деревни, для детей и для взрослых. После встречи дети делают фотографии со спецоборудованием для соцсетей. Веяние времени. Если этого не было в интернете, значит, этого не было вообще. А так у детей останутся воспоминания и полезные знания. Тимур Гайсин, Артем Ломоносов, деревня Зайцево, телекомпания «Одинцово».